Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Юрий Пузырецкий, и в этом видео я хочу с вами поделиться своей обратной связью на книгу Милтона Эриксона «Мой голос останется с вами». На самом деле, эта книга классика. Классика о работе великого гипнотерапевта Милтона Эриксона. Если вы занимаетесь изучением темы коучинга, НЛП, гипноза, то вы обязательно сталкивались с этим человеком. Милтон Эриксон положил такое хорошее, дал хорошее начало новому недирективному способу наведения транса, выработал очень много стратегий, очень много привнес в мир гипнотерапии, и в том числе благодаря ему стало появляться такое направление, как я считаю, как сказкотерапия, как терапия метафорами, да. Он действительно погружал людей за счет рассказывания историй, за счет рассказывания притч и многих других интересных способов. Использовал определенного рода лингвистику, подстройки. И о чем эта книга? Эта книга сборник, в котором описываются примеры работ Милтона Эриксона. Где-то есть стенограммы, где-то есть просто пересказы. И Милтон Эриксон достаточно был таким веселым парнем. И здесь очень много хороших примеров гипнотерапии, как, допустим, как Милтон Эриксон работал с болью, как работал со страхами, работал с лишним весом. Очень хорошо книга читается как сказка на ночь, но эта книга, ну, больше для профессионалов, не для широкого круга читателей. Эту книгу рекомендую читать, первое, если вы изучали НЛП, если вы изучали НЛП, именно проходили хороший тренинг, уровень практик, мастер. Очень рекомендую всем коучам, психотерапевтам, потому что вы знаете, как работать с метафорами, вы знаете, как работать со сказками, аналогиями. И вот эта книга про это. Это книга про то, как наводить транс с помощью историй и как Милтон Эриксон это делал. Ставлю этой книге обязательно пятерочку, потому что это классика. Это классика, которую, ну, я считаю, что если вы занимаетесь психологическим консультированием, вы просто, ну, наверное, ну, я не буду говорить «должны», но могли бы ее прочитать, и это было бы очень хорошим подспорьем, потому что здесь разобрано очень много кейсов, именно примеров работ, и это очень круто. Поэтому рекомендую к прочтению, жду ваших комментариев по поводу этой книги, если вы ее читали, что вам больше всего понравилось, какая история вам больше всего запомнилась, мне будет интересно вместе с вами это дело обсудить. Ну а на этом у меня сегодня все. До скорых встреч, пока-пока.